А, нет, Эндрю. Иди ты сюда, блин, дурак. Тебе-то еще что-то надо от меня. Вот не видишь, что не до тебя сейчас, реально же. Скотина, иди ты сюда. Сволочь такая. Ладно, может, если стоять на месте, то он придет когда-нибудь. Дракон идиот просто. Да, ах ты тварь, блин. О, наконец-то. Вот он охреневший, через обсидиан пролетает. Ну, нормально. Еще 3 минуты скорости. Офигенно. А, ну да, попал, конечно, я. Ну иди ты ко мне, придурок. О, давай, 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 иди сюда. Отлично, 4 раза так попал подряд. Неплохо. Иди-ка сюда, тварь, тварь. Да. Давай, иди сюда. Еще раз, давай, давай, красавчик. Еще и еще. Неужели я все его эти штуки сломал? Да, лук у меня очень хороший. Еще чуть-чуть только сломался. Да, кошмар. Звуки, конечно, такие. Ну, долго мне тебя ждать. Может, когда я стою, он на меня идет только. Попробую постоять. Да, походу так и есть. Хотя, хрен знает. Ну вот он уворачивается. Я же тебя все равно убью. Дурацкий ты. Да, вот мой вам совет. Если у вас не очень хорошая броня, как у меня, ну, конечно, если зачарованную алмазную броню можно назвать плохой. Ну, я имею в виду зачарованное не на то заклинание, которое хотелось бы, то лучше берите побольше зелий, которые восстанавливают здоровье. Да, он уворачивается, видимо. Или это я просто не попадаю. Ой. Вот он один раз меня ударил, а я его за это 4 раза попал в него. Ну и мы подходим к завершению уже борьбы с драконом. Блин, вот это вот зелье скорости мне сейчас совсем не в тему. Молочка бы, конечно, выпил. О, оно кончилось, ура. А то оно мне сейчас вообще не нужно. Но оно мешает своими вот этими вот... Тем, что от меня... Такие штучки выходят. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я. Чё ты... А, ну это, то есть это нормально, да? Классный звук, когда мы по нему попадаем. Давай. Чуть-чуть осталось, давай, дракоша, чуть-чуть. А потом я сделаю ферму эндерменов. И буду добывать до хрена опыта. И до хрена эндерперлов. Только я не знаю, каким образом я ее сделаю, но я ее сделаю когда-нибудь.
Ну давай же сюда, ты иди. Ура! Победа! Только что-то как-то он... Ну ладно. О, до хрена опыта. 64 уровня, все. Давай ко мне иди еще. А, ну пал. Ну вот, друзья, как раз пришло время нашего поршня. Дело в том, что если мы ударим яйцо, то оно исчезнет. А если мы ее сдвинем поршнем, то все будет хорошо. Так, только мне бы не лохануться бы еще. Не просрать его. Так, ставим поршень сюда. И факел. Оп, и яйцо у нас. Теперь его можно поставить в комнату моих трофеев. Я думаю, вы уже поняли, где она находится. А, вон там еще опыт, смотрите. Сейчас мы его заберем. Ну ладно, если вдруг не поняли, то комната трофеев — это там, где у меня стоят блоки алмазные и других руд. Вот еще опыт. Блин, 6 сердец я потерял, упав с такой высоты. Кошмар, кошмар, кошмар. Ну ладно, я могу сделать так. Оп, и все. Кстати, мне же нужен обсидианчик. Чтобы вдруг, если я появлюсь около этого, как он называется-то, около Стронгхолда, чтобы я смог сделать портал. А то я забыл взять обсидианчик. Ну вот. И забыл, кстати, что тут он тоже есть. Так что вот как здорово, да? Кремний-то можно взять в любой момент. А вот обсидиан надо еще поискать. Ну ладно, я что-то уже заговариваюсь, какой-то я бред не начинаю нести, не связанный. Так, ну что, идем обратно? Прощай, мир эндерманов. До скорых встреч. Сейчас будут титры, которые я, наверное, попробую как-нибудь пропустить, если это вообще возможно. Ну, да, это возможно. Отлично, мы появились дома. Но это не очень отлично, конечно. Мне бы не хотелось тут появиться, потому что надо будет туда все равно идти. Так, а вот здесь мы сейчас прорубим специально для дракона. Так, он будет за стеклом стоять у нас. Так, значит, куда бы его поставить? На какой блок? На вот этот поставлю. Так. И вот сюда его ставим. Та-дам. Сейчас я еще возьму стекла. Вот стекла. И лампы. И редстоун. Да, мне почти ничего из этого не пригодилось. Ну, конечно, пригодилось все, но совсем понемножку. Так, и лампы вот так вот сюда. Теперь надо какой-нибудь красивый блок взять. А, ну мы кирпич, наверное, поставим, только вот. Где бы взять-то его? У меня же нету, наверное, его уже. Угу. Обсидиан, ладно, положим сюда. Тогда придется взять красненькую шерсть, кстати, которая тоже будет неплохо смотреться. Или черную можно. Но лучше красненькую, наверное.
Так, возьмем чуть красненькой шерсти. Ну вот, я думал, что в этом мире я не убью дракона, но оказалось все наоборот. Я как раз убил его. И это здорово. Да, мне надо еще лампы сделать. Хочу наверху. Вот будет за стеклом так. А теперь нам нужно еще побольше сделать ламп. Еще, еще, еще. Больше ламп. Еще штучек 4, 8 где-нибудь. Так, 8 ламп. Этого хватит только. А, нет, нормально. Сразу сделаем еще рычажок. Вот какой бардак творится у меня в инвентаре уже. Надо будет потратить эти 69 уровней. Может быть, на хорошую броню. Алмазы-то у меня есть. А может быть и нет. Ладно, это я уже там разберусь. Вот сюда мы ставим 4. Жалко, нет еще какого-нибудь трофея, чтобы симметрично было. Ну ладно, будет хоть как не симметрично, вообще неважно. Так, ладно, это мы сделаем. Надо тут это все подсоединить еще будет. Так. А если сюда? Ой, что я сделал? Так, если вот сюда. Ну вот и славненько. Мне надо еще репитер взять. Так, репитер. Еще один возьму. Репитер. Где рычаг поставить? Может быть здесь? Или вот здесь? А, там почему-то не горят. Блин. Я там не раскопал, что ли? Печалька. Ну ладно. Значит, мы сделаем так. Так. И теперь нам надо. Блин, тут сложная схема получится. Но если сюда поставить, тоже не все горит. А вот этот, если сюда, то вроде все горит. Вот это можно сломать. Соединяем. Рычаг у нас здесь. Нет, надо его как раз вот здесь поставить. Или здесь не надо его ставить. Нет, поставлю я его лучше сбоку. Вот тут. По идее должно работать. Ну да, отлично. Так, тут мы еще немного переделаем. Что так светло-то тут? А,
Может, потому что у меня яркость на максимум почти стоит. О, та-дам. Классно. А, почему же светло-то, блин? Блин, зато как здорово, посмотрите. Но я боюсь, что тут будут монстры спавниться. Ну, хотя... Может, все-таки не будут? М? Если у нас будет... Сейчас это быстренько закрою еще. Если мы вот так сюда заходим. А тут крипер, блин. Хотя не, все равно, даже если мы поставим лампу где-нибудь. Где-нибудь вот здесь. То там-то все равно темно будет, наверное. И поэтому можно будет так включать. Ладно, пусть так будет, вообще нормально. И еще надо закрыть вот это вот место. И теперь вроде все. Ну что ж, поздравляю и вас с этой такой, вроде как, победой. Я прошел игру, можно сказать. Но летсплей совсем не завершится из-за этого. Ну ты же дурак, скелет. Мой лук сильнее. Так вот, летсплей не завершится из-за этого. А все будет продолжаться. Я буду что-нибудь новое придумывать. И, ну, во-первых, ферму надо сделать эндерменскую. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Это довольно интересная такая серия. Хоть я и в конце там уже бубнить начал, когда убивал этого дракона, но все равно. В общем, случилось такое неожиданное. Даже и для меня. Ну ладно, в общем, спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока всем.